Сегодня начал работу первый всечувашский кинофестиваль «Азам». 11 кинолент будут бороться за звание лучшего фильма чувашского производства. Всю неделю можно посмотреть бесплатные показы номинированных фильмов, а после обсудить их с авторами и поучаствовать в мастер-классах. Подробнее в сюжете Екатерины Куприной. «Волшебство» – именно так переводится на русский язык название всечувашского кинофестиваля. Режиссеры, операторы, актеры – все, кто делает фильмы, создают настоящее волшебство. А мы, зрители, каждый раз восхищаемся безграничной фантазией киносоздателей, правда, чаще всего зарубежных. В Чувашии решили реанимировать родное кино. Наша республика в прошлом веке была первой и единственной, имеющей собственное кинопроизводство. А сегодня последователи Максимова Кошкинского решили вернуть былую славу. В общем-то, это такая попытка объединить киноиндустрию Чувашии. Собрать продюсеров, молодых кинорежиссеров, будущих, может быть, артистов, будущих кинорежиссеров. Последние годы вообще киноиндустрия во многих субъектах Российской Федерации начала возрождаться. И мы бы очень хотели, чтобы киноиндустрия Чувашии тоже бы получила свое продолжение. В программе фестиваля есть фильмы как на русском, так и на чувашском языках. В основном фильмы документального характера, но есть и мультики, драмы, боевики и даже хоррор. На внеконкурсных показах будут представлены ретроспективные ленты 20-х, 70-х и 80-х годов. Каждый зритель найдет кино по вкусу. Мы решили представить пока одну картину на первом всечувашском кинофестивале. Называется «Работа Егор Шилов». Вообще кино нужно смотреть. Рассказывать я кино не буду. А так очень большое событие в нашем городе сегодня, в нашей республике. 21 ноября станет ясно, чья же картина покорила зрителей и жюри, и кто же смог создать настоящее волшебство. Екатерина Куприна, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика.